Лайма Макарова, мне 6 лет. Болеть за маму. Да. А за какую команду играет мама? Авант Престиж. Правильно. Я люблю маму. Ну? Ну вот, рассказывайте, как. Не слишком расстроились? 1-3 все-таки. Порадовалась, потому что мы сегодня забили первый наш гол в сезоне, и нужно каждому успеху радоваться, а не расстраиваться. То есть это прогресс, потому что до этого мы проигрывали, ну, буквально, знаете, в сухое, сегодня разбавили. Вот у нас была поддержка, моя дочка с нами на игре, она наш талисман, номер... Какой? Номер 6. Она говорит, что это счастливое число. Мы будем дальше тренироваться, работать над собой и будем стремиться.